На возмещение расходов по строительству телятника в селе Тельвиска в бюджете региона предусмотрено 30 миллионов рублей. Однако эти средства до сих пор не поступили на счет Ненецкой агропромышленной компании. Напомню, новый телятник для крупного животноводческого предприятия региона рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота. По замыслу руководителя Ненецкой АПК Анатолия Чудочина, телятник позволит предприятию увеличить дойное стадо и, как следствие, производительность молока. На майской сессии парламентарии одобрили поправки в окружной бюджет и согласовали выделение 30 миллионов рублей для нужд Ненецкой агропромышленной компании по возмещению затрат на строительство телятника. Обеспокоенность председателя собрания депутатов НАО Анатолия Мяндина вызвана тем, что первый месяц лета уже позади, а деньги на счет предприятия до сих пор не поступили. Сегодня уже июль, хотелось бы, чтобы ускорить принятие решения о перечислении этих средств. Понятно, что эти деньги сейчас нужны, они строятся. Мы разрабатывали проект порядка, мы проходили ОРВ, сейчас находится в правом управлении, но в последующей администрации мы должны быть сильнее. Глава региона Александр Цибульский отметил, что эту работу необходимо проводить своевременно. Вот давайте на будущее. Мы принимаем решение о выделении денег, мы все знаем. Мы заранее все это собираемся проговаривать. Почему мы сначала принимаем решение о выделении денег, а потом в течение месяца не можем порядок перечисления субсидий? Смешно. Я даже не знаю, как это комментировать, Михаил Михайлович. Вот сейчас строительный сезон закончится, мы что будем делать? Мы будем говорить, не успели, вот у нас деньги осталось. Будем забирать или оставлять у него на счетах 30 миллионов. Телятника не будет, рабочих мест не будет, компания работать не сможет. И какой смысл в нашей с вами поддержке? Решить этот вопрос глава региона поручил Михаилу Ферину в трехдневный срок. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».